Помогите, за мной бежит собака, собака, большая, огромная собака. Приветствую вас на канале Редкат. Сегодня в этом видео вы увидите, как 8 отважных космос спасаются в этом страшном мире чудищ, которые то ли с нефтью, то ли с чернилами бродят по этим красивым локациям. Но перед тем, как начать видео, ребята, внимание, важная информация. Внимание! Видео может содержать маты, буллинг, насилие, сцены сексуального характера и так далее. Или может не содержать всего этого. Родители, если это видео случайно попало в YouTube Kids, пожалуйста, пожалуйтесь на него, чтобы его убрали из него. Спасибо. Итак, перед тем, как рассказать вам историю про 8 гребаных космонавтов, я расскажу вам, друзья, где вы можете потратить деньги, которые вам дали родители на пирожки и чипсы. Зачем вам кушать вредную еду, если можно купить робоксы? Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт RBX Sell. На этом сайте вы можете купить робоксы по самым выгодным ценам. RBX Sell имеет огромное количество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. На сайте робоксы всегда есть в наличии, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга. А также выполняй задание и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. Ну и конечно, используй мой промокод REDCAT при покупке робоксов и получай 20 робоксов в подарок. Все это только на RBXL. Ссылка под видео. Ну что, ребята, сейчас каждый из нас выберет себе космо-персонажика, и мы отправимся в увлекательное путешествие. Но перед тем, как мы это сделаем, хочу сказать, что слово, зашифрованное на превьюшке, было слово «писец», а не то, что вы подумали. Ну что ж, ребята, погнали. Итак, загрузка прошла, и мы теперь, ребята, отправляемся смотреть, кто же нас ждет на первом этаже. Делаем ваши ставки. Будет ли такой же космо, как и у нас, или не будет? Так, ну что, ребята, фоткаемся. Напоследок, на память, так сказать, этим составом мы больше никогда не увидимся. Потому что мы сейчас отправляемся к монстрам. И вон уже попа бегает за нам. Попа вся в чернили. Она хочет... Она бежит за нами. Кстати, ребята, мне вот этот космо... Отстань от меня, коробка! Напоминает какой-то хот-дог. Вот смотрите, если так сверху... Его называют рулетики... Но, по-моему, это хот-дог без сосиски. Ну, может, и рулетик. В любом случае, я не хочу, чтобы меня кусали за мою булочку, поэтому я сейчас, ребята, убегаю и спасаю свой хот-дог от этих злых, вонючих просто уродцев, которые бродят по этой карте. Кто их вообще сюда пустил? Почему мы должны спасаться от них? Нам нужно какое-то заклятие. Неужели они будут есть вот эту вот сладкую вкусную булочку с майонезом сверху? Так, я иду. Я вижу попу, которая бегает вся в чернили за одной из наших булочек. О нет, ребята, вы зачем сюда бежите? Не надо их приманывать. Не подставляйте друг друга. Они же могут нас съесть. Это будет ужасно. Привет. Привет, коробочка. Пока, коробочка. Не хочу я с тобой бегать. Но, в принципе, Космо довольно-таки быстро передвигается по карте, поэтому его булку съесть получится не каждой сущности, которая вообще здесь обитает. Ну что, пойдем, пойдем потихонечку уже к выходу, потому что все уже починилось. Да, что мы будем вообще делать и для чего мы делаем этот видосик? Ну, для того, чтобы посмотреть, насколько далеко мы сможем пройти с бойцом под названием Космо. В чем прикол этого персонажа? Он может хилить другого персонажа, отдавая свое сердечко. Поэтому, если ты взял непосредственно себе какую-то аптечку или... пластырь, ты можешь поделиться своим сердцем, отдать его другому персонажику, у которого, собственно, не хватает его, и потом похилиться с помощью пластыря, либо же аптечки. Ну, соответственно, я думаю, что благодаря этому мы сможем прожить как можно дольше на этой карте. Все восьмером. Так ли это будет, узнаем совсем скоро. И сейчас, ребят, я покажу, до какой... вообще бы до какого этажа дошли, прожив все восьмером. Итак, смотрим. Это, ребята, представьте себе, 11 этаж. Мы до 11 этажа дошли восьмером, и никто из нас не умирал. Это просто фантастика, если честно. Никто такого не ожидал. Обычно, ну, кто-то сливается там на 4-м, уже 5-м этаже.
иногда и раньше, редко позже. А здесь бы дошли до 11 этажа, и все наши булочки были в сохранности. Вот, и все было хорошо. Так, ребята, подставил друга, отдал ему. Конечно же, почему бы ему не отдать? О боже мой, кого-то убили! Вот этот момент, ребята, и случился сейчас прям. Прям это было жестоко. Может быть, зеркало кого-то укусило. Я не очень понял. Главное, что не меня. Так что моя булочка сохранилась в целости. Ой-ой-ой-ой-ой, как это опасно. Слушайте, ну зеркало прям максимально опасно, когда оно разбивается. Поэтому не разбивайте его рядом со своим спавном. Лучше это сделайте где-то далеко отсюда. Ее, ребята, аптечка. Ну все, мы будем жить семером, но очень и очень долго. Итак, ребята, идем дальше. И это у нас уже 20 этаж. Смотрите, нас как минимум шестеро дошло до 20 этажа. Мне кажется, это рекорд по прохождению. Так что Космо очень хороший перс. Несмотря на то, что не очень вкусная и пахучая булочка, он живет довольно-таки долго. И не каждая мерзота, которая лазит по этой карте, может добраться до него и попробовать ее откусить. Поэтому, ребята, опа-па. Нас, конечно, всего на 3 укуса, но тем не менее, Тиша, привет. Уборщица отвали. Нет, там собака была, собака, здоровенная собака. Ну все, она меня с одного раза загрызет полностью, поэтому я не отдам ей свой рулетик ни за что. Так, ладно, убегаем от Тиши, пускай она себе там подметает в другом месте, но сейчас нужно быстро выбираться с этого этажа, потому что здесь огромный страшный пес. Так, ладно, я жду и буду немножко двигаться дальше. Ой-ой, кого-то кусают. Нет, собака. Она очень быстрая, ребята. Мне не убежать от нее просто так, поэтому я прячусь максимально. И сейчас, я думаю, когда она убежала, можно быстренько попробовать хоть что-нибудь починить в этой жизни, потому что нужно быть полезным. Так, лампа, не смотри сюда. Сейчас лампочку выкручу, если ты сюда посмотришь. Иди сюда. Все, прошла мимо. Хорошо. Хорошо. Оу, май гаш. Это же песик, это же Тиша. Нет, они меня окружают. Все, моя жизнь закончилась. Я был таким вкусным рулетиком. Так, вот здесь я могу за ней. О, все, спрятался. Фух, живем, идем дальше. Так, ребята, чиню четвертый. Я супер полезный в этой игре. О, нет, собака. До свидания. Ты меня не видела? Я думал, она на меня согрелась, но нет, поэтому дочиню. Все. Кстати, я уже 2 вентиля накрутил. Я просто супер полезный для команды. Я не только хилю, я еще и кручу вентиля. Ну, все мои аптечки закончились, я их раздал своим тиммейтам, поэтому сейчас, ребята, буду только на свою жизнь рассчитывать, точнее, на 2. 2 укуса осталось у моей булочки, и мне надо очень аккуратным быть и никуда не подставлять никакие мои крайние точки. Ой-ой-ой-ой-ой, привет, собачка, ты меня не видишь, я тебя тоже. Иди отсюда, иди откладывай какашки в другом месте. Так, ну что, все, ребятки, 6 из 10, и мы будем дальше как-то выживать с этой собачкой. Но нам повезло, что хотя бы светлая карта, хотя бы все видно. А, боже мой, я испугался, думал, кого-то убил. Это я просто похилил Ливона. Кстати, ребята, тут очень прикольная штука. Если у вас 2 космо есть, вы можете mystery очень быстро выполнять. Каким образом? Вы можете кидать себе друг другу сердечко, то есть вы его похилили, он вам назад. То есть надо, чтобы у одного из вас было 2 сердца. Тогда тот, у кого 3 сердца, соответственно, сможет вас похилить, а вы потом ему обратно бросаете это же сердце. И получается, что вы так все время можете каждый там 50 секунд хилить друг друга. Слушайте, ну я неплохо вожу этого пса вонючего. Иди отсюда, вонючка, воняешь псиной. Так, 7 из 10, мы почти отсюда выбрались. Так, слушайте, ребята, у меня такое интересное чувство. Такое прям интересное чувство, что меня сейчас... Ой-ой, кажется, сожрали кого-то. Так, но нас уже точно не 6. Может, конечно, уже и не 5, но точно не 6. Опять лампа идет. Слушай, лампа, не беси меня, уходи отсюда. А где собака? Так, ну ладно, ребят, я пока здесь постою. Да, зачем крутить вентиль, если можно стоять у лифта? Это прям классный план, я его придерживаюсь. Так, хорошо, собаки нету, чилим. На расслабу. О, нет, подожди, собака, откуда ты взялась, я ж не была. Не, ну здесь классная штука, тут очень хорошо от него убегать. Он просто меня не может даже поймать. Ой, привет,
Привет. Привет, попа пришла. Грязная попа пришла. Вон она ходит, смотрите. Вся такая испачканная. Вытри попу, попа. Так, ладно, идем дальше, ребятки. У нас тут тише слева, там лампа лазит, там попа справа. И где-то злая собака агрессивная бегает и убивает моих тиммейтов. Я даже похилить никого не могу, потому что я все время стою на спавне. Жду, пока еще два вентиля покрутят. Давайте, наверное, прогуляемся, посмотрим, насколько они далеко. Может, я смогу их покрутить. Я же очень полезный в этой игре. Боже, тут еще кто-то идет. О, собака опять пришла. Ой, там чашечка. Не, я ухожу отсюда. Там не выжить. Там не выжить. Тиша, привет. Тиша, уйди отсюда. Иди в другом месте подметай. Боже мой. Ну, страшно проходить за ней. Может, она обернется. Поэтому я лучше подожду, пока она сама уйдет. Так, вот я вижу. Ага, два по центру. Но там их уже чинят. Один починили, нас остался всего лишь один вентиль. Ребята, я быстро бегу на спавн уже, потому что мне надо к лифтику. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Последний дочинят или меня зажрут? Так, где? Все. Тихо. Изи. Изи, собачечка, не умираем. Одна осталась, буквально одна, пожалуйста, дочините этот уже вентиль. Где же он? Вот лифт, собака, агресс на меня, ля-ля-ля, я тебя не боюсь. Ой, подожди, коробочка, ты что сюда прибежал? Фух, это было невероятно. Так, тут еще можно немножко поагрить собачку и уезжать для того, чтобы ее максимально просто исследовать. Сердце! Класс, у нас у каждого нету по одному сердечку. И теперь, ребята, мы отправляемся на 21 этаж. Все, ну, это габелла. Дальше можно не играть, тут полный пипец. Просто полнейший темный пипец. Нам устроили темный, ребята, эти звери, которые тут ползают. Он, кстати, рулет даже такой же, предатель. Бегает рулет-предатель, рулет зараженный. Тут ходит какая-то гадость, которая нас замедляет. Или что она делает? В общем, это все, ребята. Я думаю, что рулетик в темноте не выживет, и здесь нас точно покусают. Ну ничего, в любом случае, ребята, нас выжило довольно-таки много. 4 человека дожило до 21 этажа. Мы прошли 20 этажей рулетиками, ребята. Не какими-то супер-пупер крутыми чуваками плюс собачка. Когда собака всех отвлекает, а все ходят. Нет, просто обычными рулетиками, сладенькими, вкусненькими рулетиками. Так, ну давайте я попробую починить хотя бы вот это. Быстренько. Оно тут по центру, тут очень неудобно, потому что все этот вентиль проходит. Его, видите, починить довольно-таки сложно, потому что для тебя все время агрится какая-то гадость. А учитывая, что тут темно, ее не видно заранее, то она агрится с большим удовольствием и очень быстро. Так, у меня стамины совсем мало. У меня прям очень мало стамины, ребята. Ё-моё, да зачем я сюда пошел? Я опять натравил на себя. О, привет, как тебе тут отдыхается? Можно с тобой постоять? Все, ребят, я немножко отхилился. У меня уже стамина 67. Я могу починить что-то. Так. Быстрее. Ну, хотя бы вот еще чуть-чуть прокрутить, чтобы оставить буквально капельку. Для того, чтобы можно было молниеносно починить и выбегать в лифт. Мы, ребята, всегда не чиним последний вентиль, который находится около выхода. Для того, чтобы его можно было починить тогда, когда уже все соберутся около лифта. Мы быстро чиним, и все выходят. О май гаш, ребята, пластырь, я нашел пластырь на этом страшном уровне, теперь я буду жить на секундочку дольше. Так, подбираю еще вещи, так, иду еще чинить, ребята, я полезный, я почти один дочинил, и сейчас второй дочинить. Главное успеть починить до того, как тебя сожрут на этой карте. Эти шаги постоянно, слава богу, хотя бы тут собаки нету. Или какого-то длиннорукого чудища. Но тут есть Шелли. Она довольно-таки быстро бегает по карте. Ну и еще там 5 монстров, которые тоже нас хотят убить. Так. Давай. Не смотрите в эту сторону. Дайте уже дочинить эту трубу. Дайте прокачать эти чернила уже. Чтобы вам залить ими рулет. Ну что ты пришел? Ну ты видишь, что я свой. Ну что ты нападаешь? Ой-ой. Там уже Шелли. И чашечка, они все за мной бегут. Нет. Боже, ты откуда? Там еще этот
коробка с ключиком ходила. Боже мой, нет, мне страшно, я убегаю. Мне очень страшно, всем пока, да почему вы меня не отстанете? Я не ориентируюсь здесь, тут все темно, непонятно куда бежать. Ну все, мне габелла, у меня закончилась стамина, у меня 6, стамина 6. 6 стамина, ребята, 6, теперь 20. Ну отлично, до свидания, меня укусили. И на этом моя жизнь заканчивается, если меня сейчас кто-то не спасет, а меня никто не спасет, это я понял. Пожалуйста, придите на помощь. Да-да-да-да, забери. Фух, спасибо. Нет! Убирать другого. Чудища. Ну что ж, ребят, получается, мы довольно-таки круто сыграли. Я думаю, что вам должно понравиться это видео. Надеюсь, что комментарии под этим видео вы увидите. И это видео не кинут в детское, как все предыдущие. Поэтому, ребята, ставим лайк, подписываемся, чтобы не пропустить следующие видео по этой игре. Всем пока. Спасибо за просмотр.